хотел бы посвятить его одной из, может быть, самых сложных тем. Это теме интеграции или объединения всего нашего холотропного опыта с жизнью. Я знаю это из своего собственного опыта, я знаю это по многим консультациям, по интервью, по вопросам, что тема интеграции или объединения, ну, во-первых, она стоит уже в центре. Когда мы говорим холотропный, холотропное, мы подразумеваем некое направление к целостности, от нашей эмпирической нецелостности, от нашей отрезности, от нашего «я» к чему-то, о чем так поэтично два часа говорил Тев, да, вот этим великим фигурам Божественной Матери, Учителя космического сознания, всех просветленных, которые жили и в каком-то смысле живут во всех своих деяниях, учениях, и к чьему свету мы тоже приобщаемся, по сути дела. И вопрос об интеграции, наверное, это ключевой вопрос вообще. Вот если посмотреть, ну вот сущность русской философии, о чем она? Вот знаменитая русская религиозная философия, которая началась от Федорова, продолжилась в Владимире Соловьевой, дальше Шестов, Бердяев, Флоренский, Корсавин. И в чем она жива сейчас? Ну, я думаю, что вот если мы взглянем на такого первого именитого русского философа Николая Николаевича Федорова, который был там библиотекарем, государственным библиотекарем, как мы знаем, все свое жалование вообще раздавал бедным. Его главное произведение — «Философия общего дела». Что хотел Федоров? К чему он призывал? Что он считал главной задачей человечества? Воскрешение всех предков. Все, кто жил до нас, должны быть воскрешены, возвращены к жизни. И, по сути дела, вот все направления русской философии — это разные понимания того на разных уровнях и попытка ощутить того, что говорил Федоров. Ну, скажем, это называется вот философия русского космизма. Учеником Федорова был Владимир Владимирович Соловьев, который известен широко своими лекциями о богочеловечестве, и вообще все учение Соловьева называется «философия всеединства». Он был православный, имел блестящее немецкое и европейское образование, а к концу жизни принял католичество. И многие осуждают Соловьева. Ну вот нашлась какая-то червоточина у великого философа. Предал Россию. Соловьев предал православие и стал, умирал католиком, потому что он хотел быть целостным в христианстве. Поставив великую задачу объединения, движения к целостности, он не мог выкинуть из нее все другие направления христианства, все другие духовные течения. Это неизбежное следствие основополагающих стремлений. Или другой русский философ, тоже, между прочим, ученик Николая Николаевича Федорова, его последователь Константин Эдуардович Циолковский. Ну, может быть, он не имел таких метафизических мозгов, как Бердяев, или как, не знаю, как Лосев, как Соловьев, и поэтому он понял задачу воскрешения всех предков в таком буквальном смысле, что вот физически они должны быть возвращены к жизни с помощью науки. И тогда, подумал Циолковский, если мы воскресим действительно всех, кто жил, все предшествующие сотни тысяч лет, места на земле не останется. И поэтому Циолковский разработал теорию заселения всех других планет. Отсюда началась космонавтика. Людям же нужно будет где-то жить. Он был убежден, что мы их всех воскресим, поэтому нужно будет посылать всех людей, которые воскресили, на другие планеты. Опять русский космизм и идеи о движении к целостности, то есть все человечности, воссобрать и включить все, что жило, в нашу жизнь. Это главная идея, да? Объединение всего. И отсюда вот летают сейчас шаттлы, космические станции работают, космические фильмы мы постоянно смотрим,
на эти сюжеты. Или другой популярный, другая популярная тема, которая просто вот, ну, из блокбастера в блокбастер перетекает. Тема встречи с иными. Да? Последний фильм «Девятый район» там. Создатель «Властелин колец». Питер Джексон, да? Нет. Питер Джексон. Он продюсер этого фильма. Да, и «Девятый район» там. То есть там такая вот история рассказывается о том, как люди, одна из возможных взаимодействий с инопланетянами. Там, экстратерестиал, близкие контакты третьего рода, там, ну, куча, чужие там и так далее. Всевозможные фильмы о всевозможных пришельцах, там, сага «Звездных войн» там, и так далее. И более слабые фильмы. Постоянно мы в этом, мы думаем, а кто они? Другой разум. Другой, но разум. Или вообще иные существа. И если посмотреть, то тема иных, она ключевая тема, которая присутствует уже в наскальной живописи. Не знаю, говорил я вам или нет, но вот современные исследования наскальной живописи, которая началась, между прочим, тогда, когда появился шаманизм. 50 тысяч лет назад появились первые рисунки в пещерах. И прекратились где-то 8 тысяч лет назад, когда вот начались уже большие культуры развиваться. Когда у нас, мы твердо знаем, что появился язык. И какие-то первые записи, напоминающие письменный язык. И три основных типа рисунков. То есть рисунки зверей, рисунки фигур, напоминающих шамана, и рисунки человека-зверя, зверолюдей, всевозможных формах, таких монстров. То есть какие-то странные симбиозы человеческого и нечеловеческого. Это самая главная, самая загадочная, самая таинственная часть. То есть через нас проявляется что-то иное. В облике человека возникает что-то еще. И шаман, медиатор, знаменитый путешественник, посредник между мирами, это тот, через которого духи говорят с нами, духи всего, говорят с людьми. И вот если посмотреть как-то широко тему, я считаю, главной может быть тема не только русской философии, всеединства, достижения всеединства, понятой разными путями, а вообще тему человеческих вообще вот лабораторий жизни, то, наверное, это, конечно же, тема достижения большего, чем мы есть всегда. Я называю это вот в книжке, которую вы знаете, «Трансперсональный проект в истории человеческой культуры». То есть выход за рамки любой границы. Преодоление, вот если поставлены, если найдены, обозначены какие-то границы, то в следующий день, в следующий миг, послезавтра это будет преодолено непременно. Кто-то выйдет за границу, кто-то перестанет жить. Если границы найдены, это становится уже, она становится не только границами, не только домом, но и клеткой. И все. Дальше они будут преодолены. Во всех сферах. Преодолевается, хорошо мы знаем, рекорды. Мало какие рекорды долго стоят. Поразительно. Сейчас я периодически смотрю крупные соревнования. Сколько людей прыгает больше 2 метра 10 сантиметров? Я помню, когда я был ребенком, да, это казалось чудом прыгнуть мужчине больше 2 метров. Это невероятное событие. Сейчас это просто входит в норму мастера спорта, наверное, я так думаю. И то же самое во всех других сферах. По-моему, только в некоторых областях есть уникальные рекорды. Бег на 100-метровку, да, там кто-то пробежал, там, и вот тужится, подбегает ближе, но это вот связано уже с какими-то... Месяц назад рекорд был там, мировой. Наконец-то. 10:59. Ну вот. Слава Богу. Слава Богу. И этот рекорд, который там лет 20, наверное, держался там. Дольше всех. И он побит. И вот это движение к чему-то большему, чем мы есть, то есть выход за пределы того, что мы являемся, оно имеет, ну, определенного рода структуру. Я вот об этой структуре хотел бы поговорить, потому что эта структура присутствует во всех наших сеансах. Это выход за пределы имеет не только структуру, но и определенного рода способы проявления, я бы сказал, законы проявления.
То есть, если мы растем, расширяемся, то есть некие универсальные структуры и законы, которые об этом говорят. И есть несколько фундаментальных способов рассмотреть это явление. То есть объединение с новым опытом, это одно из названий этого, да? Когда возникает что-то новое, переживание, и возникает послание, возникает сновидение, мы каким-то образом интегрируемся с этим. Наверное, вот первая структура, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание, это фундаментальная двойственность человеческой ситуации. О ней много очень говорится. Алан Вотс, например, называл это эго в оболочке из кожи. Да? И я иногда шучу, что мы все прописаны в коммунальной квартире своего тела. Да? Есть такая большая коммунальная квартира, и там куча жильцов. Один из них главный пахан. Там, это наша главная субличность, которая подавляет всех других, выстраивает, правит. Но иногда другие тоже проявляют свои голоски, иногда все из сиглотрупного дыхания там. Они показывают, кто на самом деле хозяин. Урывает кусочек энергии, и там всем остальным достается. И, может быть, некоторое время царствует. Но, как правило, проходит ночь, там какие-то взаимодействия, телефонные звонки, и постепенно, может быть, в новой конфигурации все снова достигает нового баланса сил в этом внутреннем парламенте. Недаром один философ французский, по-моему, Томас Гоббс, там, представлял человека, каждого человека, как некого левиафана. И вот странно, он использовал это слово для чудовища, для монстра, левиафан, которым часто называли существо, подобное киту, да, громадное. Наверное, он использовал это слово для того, чтобы обозначить вот эту громадность внутреннего мира человека. И вот в той картинке левиафана, человеческого левиафана, присутствовало очень много отделений, очень много камер, в котором находилось очень много людей. То есть это метафора, что каждый из нас такая большая коммунальная квартира, даже могли бы мы сказать номер 50, имея в виду булгаковскую квартиру, со всем тем, что в ней происходит, с балом сатаны, там, там, с Степочкой Лиходеевым, там, его внезапным командировкой в Одессу, ну и так далее. То есть это действительно удивительный мир. Но тем не менее, это особый мир, который отличается от других. И, в общем-то, мы все приходим к тому, исследуя этот мир, что он имеет границы. Пусть временные, подвижные, но тем не менее есть некий край. Край нашей внутренней страны. И вот там начинается уже совсем что-то неизвестное нашему бодрствующему сообществу. Наших «я», наших ролей, там, с которыми мы играем. И, в общем-то, знакомые территории – это наша общепринятая реальность. Это наше владение, действительно, и мы в ней короли и королевы. Хотя иногда можем играть и различные другие роли. Мы можем играть роль нищего, не обязательно короля. Там. Но, тем не менее, несмотря на что, это наше королевство. И другие люди в каком-то смысле живут в нем, в этой нашей вселенной. И это же справедливо для каждого человека. Каждый имеет вселенную, заполненную другими людьми, далекими, близкими, с которых у нас разные совершенно отношения. И когда каждый человек вступает по земле, он в каком-то смысле, тем не менее, вступает по мне, по моей стране. Он приближается ко мне, идет по моему полу, в моем холле, он беседует, сотрясает мой воздух, потому что это все, что я переживаю, находится во мне. И это фундаментальный факт, на который обращает в своих некоторых медитациях и книгах Кен Вилбер. Помните, на каких-то семинарах я давал эту медитацию? Как бы путь от большого мира ко мне и от меня к большому миру. Я коротко напомню, о чем эта медитация.
Ну, с точки зрения, что такое мы с точки зрения современной науки? Ну, какие-то психические процессы, проистекающие благодаря биохимии процессов в нервных сетях. И вершинным пупом этих нервных сетей является мозг, охраняемый костями черепной коробки. Под воздействием различных факторов органы чувств преобразуют эти факторы в понятные внутреннему языку мозга сигналы, и у нас хлопают отверстия глазные, раздвигается ротовое отверстие, которое рефлекторно чавкает, когда в него засовывается пища, улыбается в ответ на некоторые сигналы, которые приятны этому существу. То есть вот такая совокупность поведенческих реакций и поведений. То есть мы один из объектов сложно организованных, живых, открытых систем на языке науки, да, которые находятся в мире других объектов. И наука исследует эти объекты, находя различного рода закономерности. Вот Юрий Бубиев в один из дней будет показывать нам, как можно измерять психофизиологические параметры, связанные с дыханием, с измененными состояниями сознания, и делать отсюда глубокомысленные выводы. Другая перспектива, которую предлагает Кен Вильбер, состоит в том, что хотя я и являюсь жильцом коммунальной квартиры под названием «Мое тело», я не мое тело. И в этой оборотной перспективе не я нахожусь в теле, как говорит современная наука, особенно упирая на тот факт, что когда тело прекращает вот эти движения, то и непонятно, где это я. И когда человек умирает, ну, с ним уже трудно. Как считает наука, невозможно разговаривать. И вообще, одно из определений смерти – это полный обрыв коммуникации с человеком. Да, вот это тот главный признак, по которому мы говорим, что человек умер. Так вот, с точки зрения обратной перспективы, которую предлагает там Кен Вильбер, мое тело, не я нахожусь в теле, а мое тело находится в моем сознании. Ибо как я знаю мое тело? Как я знаю, во-первых, вообще, что это тело? А во-вторых, как я воспринимаю свое тело? Через органы чувств. Через контакт. Через осознавание. Так и только так. Мое тело существует в моем переживании. Но не только мое тело, но и тела всех других людей тоже располагаются в моем сознании. Там достаточно места для этого. Как я воспринимаю все другие тела? Где они находятся? Вот прямо сейчас. Ну, конечно же, в моем переживании. Где же еще? Если бы их не было в моем переживании, я бы вообще не имел никакой информации, никакого понятия о том, где они все находятся. И зал, в котором мы сидим, находится в моем сознании. И в сознании каждого из нас. И весь Кумпенлин. Вот мы посмотрели в окно, мысленно пробежались по всей территории прямо сейчас. Где это сейчас? В нашем сознании. Ну что мелочиться-то? Паловский Посад вообще вместе со всей Россией, планетой Земля прямо сейчас находится в нашем сознании. В данный момент целиком, без остатка, со всеми научными, паранаучными, ненаучными знаниями, представлениями, камнями, летающими вверх, вниз, поперек, яблоками, падающих по диагонали. Все это находится в нашем сознании. Вся Солнечная система находится абсолютно там же. И вы можете без труда засунуть в наше сознание всю Вселенную, потому что оно изначально там и находится. Вся Вселенная поделена ровным образом, без остатка, поделена таким образом, что находится вся без остатка в сознании каждого из нас, целиком. И более того, сознание каждого из нас находится в сознании каждого из нас. Это вот тоже особо тонкий момент. Только представьте себе, прямо сейчас
В сознании каждого из нас достаточно места, возможностей для того, чтобы там разместилось сознание каждого из нас со всеми галактиками, вселенными, со всеми просветленными и протемненными мыслями, желаниями, поступками. Нет никаких преград и никаких ограничений. Вот эти две перспективы, они дают замечательный такой универсальный архетип того, как проявляется фундаментальная человеческая ситуация, которую я для начала обозначил двойственностью, потому что первоначально представление о том, что такое мы получаем, исследуя наши границы. И, как мы знаем, границы очень важное понятие и в житейское, и практическое, такое вот, и психотерапевтическое, потому что некоторые проблемы, которые у нас возникают, мы соотносим с тем, что у нас что-то с границами не то. Да? То есть вот такие типичные расстройства мы называем пограничные. Люди-пограничники, да, то есть они только на границе живут. А страны у них вроде бы, так сказать, и нету. Или люди, у которых что-то с границами там, человек без кожи, да, вот символ. Вот Алан Уотс говорил, что, рисуя нормальную человеческую ситуацию, эго в оболочке без кожи. А если кожи нету, этой оболочки, тогда шизофрения. Тогда, так сказать, вот никаких границ нет, но в другом, не вилбровском смысле уже. Потому что нету того, что является центром. Того, что как бы все-таки что-то управляет всем. Того, что является основой объединения или интеграции. И вот это еще одна из очень важных тем, которые мы тоже должны затронуть. Итак, у нас есть фундаментальная двойственность. И с одной стороны, это величайшая человеческая трагедия, потому что мы живем в ситуации, когда утыкаемся в свою конечность, в свою ограниченность во всех смыслах, абсолютно, в смысле способности, в смысле тела, в смысле времени, жизни. И мы понимаем, что мы не боги, но именно благодаря тому, что мы это знаем, в какой-то момент мы понимаем, что мы не боги, мы начинаем, в нас возникает драйв, в нас возникает стремление стать богами, выходить за эти границы. У нас появляется представление, неотделимое от наших границ, о безграничии. Это одно и то же, это две стороны. Без безграничия не было бы границ, без границ не было бы представления о безграничии. И вот тот драйв, который толкает нас к целостности, коренится в этой ситуации. Это фундаментальная сила, которую Кристина Гроф называет жаждой целостности, да, в нас, которая толкает нас на многочисленные пути, карьерные, духовные, артистические. И мы начинаем играть в различные игры, которые Роберт Дерок блестяще писал в своей книге, говоря о том, что люди очень любят играть в религию, например. Да? И религия является фантастическим игрой и блестящим заменителем мистических духовных прозрений. Люди любят играть во власть. Да? И подчинение других является фантастической подменой неумения владеть собой и неспособность навести порядок в своем доме. Недаром, как мы знаем из исследований по психоистории, помните, да, Гроф описывает работу Ллойда де Мосса, исследование, психологический профиль людей власти, да, когда опрашивались порядка 500 проституток, и из интервью с ними был создан типичный портрет их богатых клиентов, высокопоставленных людей бизнеса и власти. И оказалось, что наряду с проявленным могуществом, богатством, теми ролями значимыми, которые они играют в важных очень фондах, в Сенате, эти люди очень часто требуют, чтобы на них мочились, чтобы их стегали плетками, всевозможного рода
даже не секса, всевозможного рода ситуации, связанные с полной регрессией к глубокому детству, с насилиями над ними. Власть, оборотная сторона совершенного бессилия. Или другая тоже очень популярная игра, она близка к власти, но не является синонимом, игра в богатство. Да, то есть такая вот уже не политическая власть, а власть денег. И Юнг говорил о том, что почему драгоценны драгоценные камни в одной из своих эссе. Он говорил о том, что они драгоценны потому, что их блеск, их сверкание, сияние является указателем на внутренний блеск, на истинное, истинный свет и истинное богатство. Это такое очень глубокое, я считаю, прозрение. И Роберт Дроп говорит, что помимо игр в богатство, во власть, в карьеру, в религию, существует одна игра, которую можно назвать мастерской игрой. Его книга так и называется «The Master Game», мастерская игра. Это игра в просветление. Ну вот он так обозвал. Чтобы как бы вот в таком в игровом поле, просветление – это тоже одна из человеческих игр. Но это мастерская игра или игра игр. И по сути дела, если вы помните игру в бисер Германа Гесса, да, это тоже своеобразное эстетское, правда, понимание мастерской игры или игры просветления. Игра со всеми ценностями культуры. Только тогда, когда мы играем со всеми ценностями культуры, мы можем претендовать на то, что мы мастера. Ну, как, например, Морис Каннингхайм, там, современный там, балетмейстер, да, который просто сделал революцию на Бродвее. Это совершенно новый танец он создал, сверхтанец. Но перед этим он был потрясающим классическим балетмейстером, знал все фольклорные народные танцы всего мира. Вот из этого, выхода за пределы, он дошел до края везде. И из этого возник сверхтанец Мориса Каннингхайма. Или Боба Фосса, которого мы знаем по Кабаре и по фильму «All the Jazz», там, да? Другой бродвейский гений. И, скажем, Артур Рембо, сверхпоэт, или Стефан Малларме, да, которые дошли до края поэзии, могли писать в любом стиле. И Рембо 18 лет забросил поэзию. Он сделал все и пошел дальше. Или там Хулио Кортасар, который, как мы помним, вышел за пределы романа и за пределы рассказа. Его кредо было, когда он писал рассказы, рассказ должен вызывать у читателя нокаут. Да? Хорошо сказано. Иначе нет смысла писать. То есть должно быть событие, должен быть эффект. И вот его роман «62 модель для сборки». Да? То есть он как бы дал читателю материал для создания своего собственного романа. И его шедевр, как бы его точка в этом жанре, игра в классике, на которой можно читать как угодно, с любой страницы. Прыгать из клетки в клетку. И вариантов бесчетное количество. Это как книга перемен. Возможно, любые сочетания. И это будет судьба каждого конкретного человека. То есть столько, сколько сочетаний. Скажем, книги перемен, столько различных гексаграмм, столько людей на Земле, у каждого из них своя судьба. И вот такого рода идея предельного опыта, которая тоже связана с мировым трансперсональным проектом, с человеческой ситуацией и с нашим выходом за пределы. И я хотел бы напомнить вам то, что я давал на модулях очень коротко, тему, которую я называю языком и структурой предельного опыта. Некоторые из вас помнят, о чем это.
Я приводил пример ряда людей, не только, скажем, Рембо, но и Ницше, который вышел за пределы философии. По сути, Ницше может быть назван первым трансперсональным мыслителем в европейской культуре, который наиболее ярко своей жизнью эту тему преодоления ограничений культуры сделал главной темой своей философии жизни. Он первый из блестящих европейских умов понял всю условность, все ограничения, которые связаны с нашим попаданием в определенную культуру. И Ницше первый увидел, что, наверное, главное, что держит нас в плену представлений, мешает нам идти дальше, это то, что связано с моралью, то, что связано с нормой, то, что связано с христианской религией. Поэтому самые главные атаки юного Ницше были против этих трех идолов. Он сказал, по ту сторону добра и зла, по ту сторону того, что определяет нас, только там начинается истинная свобода, только там мы можем начать мыслить, как философствует Молотов, веселая наука. Вот, собственно говоря, завет Ницше. И мы знаем судьбу Ницше. В 90-м году он окончательно разрушился. Тело, которое принадлежало этой культуре, не выдержало сверхнапряжения. И мысль стала безумной. Ницше в это время пишет о том, что он постиг все тайны мира, но его внешняя коммуникация становится все более и более странной, бессвязной, и последние 10 лет он провел в сумасшедшем доме. Но никто из европейских философов не оказал столь глубокого воздействия на всю остальную философию. Вся русская философия немыслима без Ницше. Ни один русский философ не остался свободен от мощного преобразующего влияния Ницше. Ницше освободил мысль. Ницше показал новое направление жизни. Скрябин – ницшанец. Андрей Белый – ницшанец. Шестов, Бердяев – все русские философы прониклись этим духом, духом преодоления. Хайдеггер, Сартр, вообще все новации в европейской философии, современные, Бодрияр, Фуко, все эти мыслители, конечно, обязаны Ницше. Ницше показал всем пример того, как можно выходить. Показал первый пример сверхфилософии. Там, где философия, он показал границы философии. Вся предшествующая философия в границах разума, в границах мышления. Правда, конечно, до Ницше были попытки определить эти границы и указать, что происходит с нами, когда мы посягаем на эти границы. И, наверное, тут нужно отдать дань великому Канту, который в «Критике чистого разума» в своем главном философском произведении исследовал вопрос, как мы можем достоверно познавать. Это самый главный, собственно говоря, вопрос философии, да, науки, о познании, о любви к мудрости. Как мы можем иметь достоверное знание? И вот ответ Канта состоял в том, что для того, чтобы познавать достоверно, нам нужно приготовить свои органы познания, нужно очистить их. Нужно очистить восприятие и нужно очистить свой разум, чтобы познание было не субъективным, не связанным с нашей перекособоченностью, с нашей ограниченностью, объективно. Чистый разум по Канту – это есть орган объективного познания. Кант думал, что он нашел чистый разум. И с помощью чистого разума он стал исследовать границы чистого разума. И то, что нашел Кант, ошарашило его и на какое-то время повергло в изумление всю философию Европы. Кант нашел парадоксы. Кант нашел те границы, на которых чистый разум останавливается. Кант был первым, кто указал границы разума и, соответственно, указал на неразум. Ну, собственно говоря, вот то, что является сердцем критики чистого разума, это четыре великих кантовских антиномии чистого разума. Антиномия – это совершенно противоречивые истины. Кант показал, что при рассмотрении некоторых великих вопросов чистый разум приходит и одинаково обосновывает прямо противоположные утверждения. Но в частности, Кант показал, что мы
можем доказать, что мир имеет начало во времени. Все возникло, creation, создание, и точно так же мы можем доказать, что мир бесконечен и не имеет никакого начала во времени. Кант показал, что мы можем доказать, что мир конечен, и мы можем доказать, что мир бесконечен. Кант показал, что мы можем доказать, что есть высшее существо, и равным образом мы можем доказать, что нет никакого высшего существа. И все это проделки того органа, который является высшим у нас, с помощью которого мы только и можем претендовать на какое-то познание. Таким образом, уроки антиномии чистого разума говорит о том, что разум имеет предел. И при выходе за эти пределы полномочия разума кончаются. Потому что разум может давать совершенно противоположные ответы. И затем, если мы посмотрим, в дальнейшем возникли парадоксы теории множеств. Ну, суть всех этих парадоксов, математики, например, были воспроизведены подобного рода вещи в науке, о том, что в пределах какого-то множества мы это множество обосновать не можем. Нам нужно выйти за границы этого множества. То же самое говорит, в частности, теорема Гёделя. Науку нельзя обосновать средствами науки. Требуется что-то еще. Требуется методология вненаучная. Методологию вненаучную нельзя обосновать этой методологией. Требуется что-то большее. Философия. Философию нельзя обосновать философски. Требуется что-то большее. Какой-то другой опыт. Жизненный опыт, духовный опыт. Философия не философична в своих основаниях. А вот это что-то не философское, для того, чтобы ее обосновать, нужно что-то еще. И вот постепенно границы разума и, следовательно, границы вот этого связаны с разумом жесткого обитателя, такого субъекта, обитателя этого коммунальной квартиры, они стали все больше и больше расширяться, размываться и обогащаться. И до Канта подобного рода работу была проделана во всех других великих культурах. И, скажем, в индоевропейской культуре подобного рода вещи сделал великий реформатор буддизма, которого даже называют вторым Буддой. То есть был первый Будда Гаутама, и во втором веке нашей эры был второй Будда Нагарджуна. Он был настоятелем крупнейшего в Индии буддийского монастыря Наланда, в котором одновременно обучалось 10 тысяч монахов. Вот великий Нагарджуна известен за многие свои деяния, но сейчас я хотел бы обратить внимание на одну из них, так называемую знаменитую тетралему Нагарджуны, или способ четверичного мышления о ситуациях. Нагарджуна говорил, что о ситуациях, прежде всего связанных с выходом за пределы известного, ситуации, которые типичны для преодоления, для трансценденции, для встречи с новым, вот в этих ситуациях о новом мы можем мыслить четырьмя одинаково доказательными способами. Или восприятие этих ситуаций, другими словами, возможно, с четырех одинаково оправданных и справедливых позиций. Я подчеркиваю, одинаково. Ну, на абстрактном логическом языке это позиция А, позиция не А, ну, условно говоря, Б. Значит, есть А, есть не А. Потом есть и А, и Б, и не А, то есть А и Б. И есть не А и не Б. Вот четыре фундаментальных позиции. И все эти позиции, есть еще позиции, где все эти позиции объединяются. Позиция в центре. И вот вы, наверное, слышали, серединный путь, да, избегание крайностей. И это все является кратким выражением вот как раз этих открытий Нагарджуны.
связанных с предельным опытом и с тем, как человеческие существа судят о ситуации предельного опыта. Тетралема Нагарджуна – это есть не что иное, как метафизика предельного опыта, описание его структуры. Всякий раз, когда мы выходим за пределы нашего человеческого опыта, мы под влиянием присущих нам глубинных тенденций имеем склонность занимать одну из фундаментальных позиций. И все человеческие существа, все многообразие типов имеют склонность притягиваться к одной из позиций. Но чтобы это объяснить более конкретно, не абстрактно, на языке логики, я приведу пример из мировой философии, всем нам известно. Мы знаем, что существует очень долгая школа, которую причисляет к Индии, древней философии индийской, философии греческой, школы материалистов. Да? Что все, простыми словами, есть материя. И вот из этой материи, об этом же говорит современная наука, да, из космической пыли, из черной материи, которая, как говорят сейчас, 90 с лишним процентов во Вселенной, ненаблюдаемая, невидимая материя, постепенно возникает вся Вселенная. Космическая пыль, формируются галактики, звезды, взрываются, из обломков рождаются планетарные пояса, и вот, в конце концов, проходит долгая ступень эволюции этой материи, возникает жизнь, в жизни возникает нервная система, там, взаимодействие, сложные реакции, и вот, в конце концов, возникает то, что мы называем сознанием. Такой прыщ, да? Какой-то вот на бульоне развивающейся питательной материи. И пока, кроме живых сознающих существ на планете Земля, у нас нет никаких достоверных, согласно науке, сведений о каких бы то ни было других живых существах. Есть другая фундаментальная традиция философии, которую называют идеализмом. И идеализм исходит из того, что все в основе всего есть дух, который в некоторых традициях называется Господь. И этот Господь создает, он создатель, он создает этот мир. С землей уютной, которая на трех китах, там, на слонах, там, в конце концов, вот возникает наша Вселенная, в семи днях творения, наш обитаемый мир. И в других традициях абсолют создает все. Скажем, в традиции Адвайта Веданты, да, где нет высшего персонализированного Бога, и, скажем, Шива – это всего лишь человеческое восприятие, и вообще весь индийский пантеон – это наше ограниченное человеческое восприятие этого изначального космического духа, который не имеет ни формы, вернее, имеет бесконечное множество форм. И вот это проявляется постепенно, как весь мир проникает, становится все более и более твердым, материальным, и поэтому и в этой бутылке воды, и во всем этом, и в этом железе тоже проявление духа, который смиренно застыл в этих формах для того, чтобы вот существовал этот мир. Принял форму этих застывших молекул, но это тоже проявление духа прежде всего. Вот такая перспектива. И в традиции идеализма мы смотрим прежде всего этим оком духа, говоря о том, что дух проявляется во всем, в каждом из нас. Это око этого изначального духа. И, как нам кажется, при очень глубоком рассмотрении, действительно, все, что мы воспринимаем через себя. Это фундаментальная перспектива, правильно? Даже так называемое объективное знание человечества – это то, что мы воспринимаем через себя. Все, абсолютно, наши сведения о психотехниках, о духовных традициях, весь наш опыт происходит через нас. Все переживания происходят в голотропном сеансе, во всех обучающих процессах, в нашей Вселенной, да, в нашем королевстве. И недаром, скажем, вот, великий философ Шопенгауэр в своем главном произведении «Мир как воля» и представление
описывал именно эту перспективу. Наш мир – это наша воля, моя воля и мое представление. И в этом смысле мир является проекцией меня на экран. На экран, на костяк чего-то. И в этой проекции, когда это проецируется из меня, я воспринимаю нечто как бутылку, нечто как зал, нечто как других людей. Да, вот в этом домашнем кинотеатре сознания, где я всегда смотрю фильм под названием «Моя жизнь». И мы знаем, что великие философские, психологические системы, философские школы, духовные традиции следуют многие, прежде всего, этой перспективе. О том, что изначально это. Где же правда? Кто прав? Наука или духовная традиция? Есть Бог или нет Бога? И даже сейчас, например, мы видим постоянно вновь и вновь продолжение этой великой дискуссии. Вы помните Булгакова, да? Сам Кант, когда вот он доказал, что можно и доказать, и опровергнуть существование Бога, в своей следующей книге «Критики способностей суждения», этики Канта, говорил о том, что и все-таки Бога есть, да? Это из анекдота я цитирую, Чукчу спросили. Чукчу доказали, вернее, что Бога нету. Он все соглашался, потом отошел в сторонку. Сказал, нет, все-таки Бога есть. И вот и Кант, как Чукча, кстати, Ницше называл ее кенигсбергским китайцем. Так злорадно смеясь на запутанности, вычурности его мышления и тому, что мышление Канта находится все-таки в плену философских категорий, совершенно непрозрачно, и то, что... Вы знаете, что Кант был девственником? Например, такой факт. Что он жил в одном и том же городе, что он шел, гулял каждый день по одной и той же, по одной и тому же маршруту, то есть внешняя жизнь его была чрезвычайно размерна. Чрезвычайно. Гегель учился в теологической школе. Лучшим другом Гегеля был другой великий философ Шеллинг, который развернул абсолютно антигегелевскую перспективу, великую мифологическую перспективу философии. Как бы два лучших друга, которые жили в одной келье, совершенно дали поразительные взаимодополнительные философские системы, которые прямо противоречили друг другу. Как бы опровергали друг друга, но вместе разворачивали величайшие перспективы. Да? Вот тоже проявление интеграции. Мы об этом чуть попозже говорим, как раз вот о том, как это проявляется, как бы, когда мы будем говорить об искусстве интеграции повседневной жизни, как интегрироваться, я буду говорить об искусстве видения мир с, в виде мандалы. Сейчас мы к этому постепенно подходим. Итак, две великих перспективы – идеализма и материализма. Но, помимо... скажем, вот, прежних дискуссий, которые я упомянул, там, Штирнер с его трудом, единственная его собственность, Шопенгауэр, мир как воля и представление, вновь и вновь блестящий, самый блестящий ему человечество указывает на то, что если вы находитесь в плену какой бы то ни было традиции, каких бы то ни было представлений, то это является границами вашего познания. Это запрещает вам исследовать дальше. Если вы христианин, то вы не сможете быть ученым, настоящим ученым. Если вы мусульманин, то вы не поймете правду христианина. Это будет преградой к вашему познанию. Вот не так давно, пару лет назад, вышла книга Докинса, «The God's Delusion», которая стала интеллектуальным бестселлером и быстренько была переведена в России, она есть сейчас везде, в интернете, «Иллюзия Бога». «Бог как иллюзия» по-русски называется. «Бог как иллюзия». И в этой книге Докинс блестяще опровергает
все доказательства существования Бога. И блестяще показывает, что любые измы являются тормозом на пути познания. И блестяще доказывает, что единственной религией ученого может быть атеизм. Но не атеизм как религия, а атеизм как воздержанность от каких бы то ни было западаний, в какие бы то ни было концепции, схемы, следования. Ну и, конечно же, как это всегда бывает, если что-то может быть сформулировано, то оно столь же блестяще может быть опровергнуто. И наш знаменитый рыцарь веры, диакон Андрей Кураев, написал толстущую книгу, которую тут же бесплатно разместил на своих сайтах, и она напечатана большим тиражом и распространена везде за смешные цены. Как раз он опровергает по всем пунктам, опровергает Докинса. Опроверг ли диакон Кураев Докинса и опроверг ли Докинс истины всех мировых религий? Я думаю, что они это голоса. Голоса, которые много лет до этого озвучил великий Нагарджуна. Это крайние позиции. Одна из которых говорит, что все есть материя, другая позиция говорит, что все есть дух. И возможны все промежуточные позиции, потому что есть очень влиятельные школы, например, эмерджентный материализм в науке, которые говорят о том, что дух развивается и постепенно, вернее, материя развивается и постепенно становится духом, а дух нисходит и становится материей. Это, например, вот идеи Шри Аурабинда, они целиком связаны с восходящими и нисходящими потоками. Непременно должны быть восходящие и нисходящие потоки. И дух, и материя, идеи пантеизма о том, что все разлито, к этому примыкает шаманское мировоззрение. Да? Но есть еще и четвертая точка зрения, которая говорит о том, не дух и не материя. Истина заключена не в духе и не в материи. Что это такое? Это, например, великий русский философ Лев Семенович Франк. В его последних философиях, например, у него есть книга «С нами Бог», да, где он говорит, что окончательная природа Бога не может быть выражена ни в каких описаниях, ни в каких концепциях, ни в каких духовных опытах. Если что-то может быть ухвачено, это не истина. Если что-то может быть почувствовано, это не Бог, потому что Бог – это то, что за пределами всего бы этого не было. Если мы на что-то указали, как на Бога, мы пропали, потому что тем самым мы ограничили Бога. Понимаете, вот в чем великий пафос этой четвертой позиции? И эту позицию мы тоже находим везде. Она в какой-то смысле присутствует в исихазме Григория Паламы. Исихазм – это постоянно поиски несуществования Бога. Это мы находим то же самое в пути Шри Рамана Махарши. Когда Шри Рамана Махарши говорит о том, задает вопрос, кто я, и постоянно, находя какое-то я, отбрасывает это как не я, то есть как не истинное я, он делает то же самое. Говоря о том, что я не это и не то, и становится способен делать следующий шаг в новые области, которые снова исследует и говорит, нет, это тоже не то. И идем дальше. Четыре позиции. Какую из нас нам суждено занять? Жизнь проявляет, и вы знаете, и в жизни, и в быту, и в парламентах, и в религиозных битвах, и в бизнесе постоянно возникает что? Споры. Столкновение противоположностей. Если есть одна позиция, если кто-то сказал, вякнул А, тут же кто-то скажет, не А. Если кто-то скажет, там, например, там, скажем, я Пушкин, да, там, вот помните, айда Пушкин, айда сукин сын. Но тут же появится какой-нибудь Даниил Хармс, и в своих рассказах он скажет, там, у него есть как раз там, кто-то сказал, я Пушкин. Встает там герой и говорит, а по-моему ты дерьмо. Не Пушкин, не сукин сын. То есть, посмотрите, к чему сводятся вообще, говоря, все вот политические дебаты? К тому, по сути дела,
что если что-то есть, то тут же возникает противоположность этому. И, к сожалению, вот наша система политическая еще не совершенна, потому что в совершенной системе должно быть не две партии. Две партии – это упрощение ситуации. Ну, скажем, демократы и консерваторы. Это хорошо, конечно, но этого мало. В развитой системе политической должно быть четыре партии, а остальные располагаться между ними и тяготеть к ним. Вот тогда это будет выражение, полное выражение ситуации. У них должны быть четко прописанные программы, соответствующие этим позициям. Потому что смысл партии и парламента, которые и публичности вообще всех этих дискуссий, в том, чтобы проявлять все многообразие жизни. Потому что только тогда, когда это ярко проявлено, возможно, четвертая позиция. Позиция в центре. Пятая позиция, извините. Позиция в центре, которая, суть которой избегать крайности. Вот это и есть серединный путь. Вот это и есть не западание никуда. Испить все крайности и остаться в центре, не будучи ни к чему склоненным. И если вы вспомните великую традицию даосизма, следованию пути, да, традицию недеяния, увы, это абсолютно о том же. И графическое изображение инь-янь – это то же самое, что тетралемма Нагарджуны. Есть и белое, есть янь, вернее, есть инь черное, есть янь белое, есть и инь и янь, точечка белая в черной запятой, да. Есть и то, это круг, и за пределами круга ни то, ни другое. И, соответственно, есть вот дао, которое объемлет все. Поэтому дао, следование дао, это видение того, как проявляются все ситуации в раскладах. И если вы почитаете, вспомните Дао Дэ Цзин, то там как раз это обучение этому мышлению, как одно перетекает в другое. Если это, то скоро появится то, то мудрый человек там в такой ситуации пребывает там в серединном пути. Рассказы, если вы помните, замечательные в Джуанзы, я очень люблю вот эту цитату о том, что, помните, ловушка нужна для ловли зайцев. Поймавший зайца забывает про ловушку. Слова нужны для выражения мысли, поймавший мысль забывает про слова. Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы поговорить с ним ни о чем. Вот тут и сложение всех пяти позиций. Да? Если вы проанализируете, вы почувствуете. И вот тот парадоксальный эффект раскрытия, который возникает у нас, когда мы вот вслушиваемся в совершенно такое вот запредельно нелогическое плетение Джуанзы, это эффект слышания раскладов дао. Это эффект взгляда на ситуацию с разных сторон, с разных перспектив. Истинное сознание только в центре. Когда мы способны смотреть на ситуацию с разных позиций, не будучи отождествлены ни с одной из ситуаций. Мы по жизни всегда играем какие-то роли. По жизни мы играем роль мужчины, начальника, подчиненного, хорошего, плохого, в разных контекстах разные. Где-то мы дурак дураком, где-то мы гении, где-то мы красавцы красивые, где-то мы золушки и так далее. Где-то мы не вступить, не актать не умеем, а где-то мы блистаем. И мы ограничены этими ролями. Наша трагедия в том, что мы постепенно свыкаемся и думаем, что мы и есть эти роли. Все. Это есть основа грехопадения. Человеческая ситуация – это принятие факта, что мы есть то, чем мы, как мы проявляемся для других людей. Вот основа всего. Вот фундамент двойственности. Вот основа всех психологических проблем. Вот главная характеристика человеческой ситуации.
А выход через, через край, через исследование, преодоление ограничений. Но, как показывает наблюдение за собой, за другими, прямо к центру не прийти. Даже если ты знаешь, что центр вот там есть, для того, чтобы пробраться с края, где мы сейчас, до центра, нужно пройти сложный путь. Своего рода игру в классике, которую описывает Хулио Кортасар в своем романе. Нужно прожить ситуации. Нету прямого пути в центр, с того места, где мы находимся. Вернее, он и есть, и нет. Но если мы пробуем идти к центру, то все равно возникает путь для каждого свой. И только тот, к которому мы можем идти. И Арни Мендел блестяще называет это принципом наименьшего действия в психологии или в жизни. Да? Для того, чтобы прийти в центр, самым коротким для нас возможным способом, нам оказывается, нужно пятиться назад, перекатиться через голову, сделать колесо, зарыться в землю, как крот, и потом вот взлететь, сгореть, и потом мы оказываемся в центре. Возрождаемся. Вот оказывается, вот такова психотопология человеческого пути. В реальной ситуации нам нужно пройти путь для того, чтобы реально испить крайности. Только тогда, когда мы пройдем через крайности, мы можем оказаться в центре. Там, где мы в каком-то смысле находимся. И по сути дела, и вся наша жизнь, и весь наш тренинг, это есть не что иное, как практическое проживание того великого маршрута, который указал в самой своей первой книжке «Области человеческого бессознательного Гроф». Помните? Четыре перинатальные матрицы, система конденсированного опыта, многообразие трансперсональных переживаний и, по сути дела, то, что происходит с нами, когда мы открываемся миру, когда мы решаемся закрыть глаза, чтобы этот внешний мир не гипнотизировал нас. Это есть не что иное, как работа какого-то космического пылесоса в нас. Мы создаем дыханием вакуум в себе, освобождаясь от наносных ролей, и туда начинает всасываться и проявляться в виде переживаний те ситуации, которые нам необходимо пройти, прожить, потому что пока они не прожиты, они являются препятствием для того, чтобы мы вышли в центр. Мы движемся в центру, но через проживание своей жизни, через все ситуации, через вновь прожитие травмы, потому что пока есть травма, есть барьер. Пока есть травма, есть стражи, есть чудовище, которое не пускает нас к этому центру. Чудовище – это энергия тех ситуаций, которые когда-то захлопнуло нам двери к целостности. И для того, чтобы пройти к центру, нам нужно снова сразиться с ними, нам нужно стать героями. Нам нужно войти в состояние, равное по энергии этим энергиям врат, энергии этих стражников. И только тогда, когда мы сразимся со своими собственными страхами, когда мы победим свою собственную смерть, мы откроем себе возможности дальнейшего раскрытия. Мы сможем выйти из клетки роли, из клетки эго. Наша смелость действительно станет силой, которая ведет нас дальше. Помните главный завет, который оставил нам Джозеф Кэмпбелл в отношении пути человека? Он прямо применим к холотропному пути. Follow your bliss and don't be afraid of anything. Да? Следуй своему блаженству и ничего не бойся.